СККС, представляем телефон Airphone нового поколения, продолжение линейки компании AIEC KK1. Технические характеристики данной модели написаны на самой упаковке. Упаковка у нас 3 в 1. Показано, что это мини-телефон, Bluetooth Airphone и есть функция Bluetooth Dialer. Поддерживает GSM сети. Имеет у нас процессор MediaTek. Размер дисплея 0,66 дюймов. OLED-дисплей. Монохромный. Время работы данного устройства заявлено производителем 3 часа разговоров и 96 часов без разговоров. Bluetooth стоит 3.0. Расстояние по Bluetooth до 10 метров. Номеров можно записать 200. СМС-ок сохранить 100. Поддержка всех языков. Батарейка 330 мА. Вес продукта составляет 20 грамм. Так, посмотрим на само устройство и его комплектацию. В комплектацию данного устройства входит вот такое ухо съемное на наушник. В комплект входит здесь, ну это скорее всего как подарочный вариант, вижу, идет скрепочка. Хотя здесь она особо не нужна, возможно, толкатель. Переходник под нано-сим, чтобы сделать микро-сим. И пилочка. Пилочка это, наверное, зачистить обрезанную симку. Также кабель зарядный. Ну и инструкция. Посмотрим на сам телефон. Так, сразу телефон. Ну, если сравнивать, то модель BM70 будет поменьше. Но он меньше, чем BM50. Ну, куда средний вариант. Сзади вот ставится ушко. Надели и провернули. Все, оно фиксируется. Точно так же сняли. Снять не так просто. Есть специальные заусенцы. Итак, резиновая клавиатура. Существует версия с русской клавиатурой и версия без русской клавиатуры. Ну, клавиатура сменная, она съемная. Все, она снимается. Поэтому это не является проблемой. Вот даже видно, что она снимается. Можно менять. Она резиновая. Кстати, в BM70 и в BM50 она пластмассовая. Здесь она резиновая. Другая мелодия при запуске. Экран тот же. Телефонная книга. Сообщение. Журнал вызова. Мультимедиа. Появился Bluetooth Dialer. Организатор. Есть волшебный голос. Можно менять голос на мужчину, женщину, ребенок. То есть та же прошивка. Установки те же. Давайте проверим, действительно здесь 200 номеров. Видите, на упаковке написано 200 номеров, но по факту статус памяти 500 номеров. То есть не всегда можно верить тому, что пишется на упаковке. Значит, скорее всего, смс-ок может быть совсем другое количество. Используется для хранения. Ну, что хочется сказать. Если же там написано 330 мА, то, судя по тому же рассказу, по количеству номеров, то здесь может и батарейка больше. Как вы думаете? Я думаю, что нет. Но если есть чистых 330, то аппарат будет интересен. Совсем другой изгиб. То есть он более гладкий. И пластмасса чувствуется покачественней. Вот такая вот модель нового Airphone, который может быть и обычным телефоном с Bluetooth Dialer. То есть можно подключаться к другому телефону и управлять им.